Всем привет, дорогие друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас будет матч турнира Гладиатора. Итак, я вас познакомлю со своим сокомментатором Валерий Треда, мы на связи. Да, ребята, всем привет, здравствуй, Димон, здравствуйте, уважаемые зрители. Вот только что всплыл жар с прошлого, собственно говоря, матча вернулся, где просто со счетом 6-0 SkyVeterans порвали своих оппонентов из команды Onyx from Греция. Вот такие дела. Хорошо, Валерий, давай-ка мы познакомим ребят с нашим сегодняшним турниром. Вообще, что у нас за мероприятие, расскажешь? Ну, как что за мероприятие? Это же суперкубок гладиаторов 2015. А это означает, что у нас собраны не какие-то команды ноунеймы, а самые, что ни на есть, чемпионы среди чемпионов. Можно сказать, что у нас Лига чемпионов War Thunder сейчас в прямом эфире, грубо говоря, второй матч первого дня, где встретится команда SBD против SNJ. Вот такие вот дела. Формат, в принципе, классический, гладиаторовский, то есть первый тайм, в котором можно заработать одно очко, у нас проходит в режиме дуэлей. Каждый с каждым, 4 пары сражаются, и в зависимости от счета, кто-то зарабатывает одно очко, кто-то нет. Второй у нас раунд, это схватки 2 на 2, то есть 2 схваточки по 2 пары. Парный бой, да. Я не заговорился. Да-да-да, парный бой. Ну и третий, самый эпичный и самый дорогой раунд, это раунд номер 3, где схватка происходит 4 на 4, это полный тимплей, и где от общей тактики команды, так и от личного скилла каждого зависит крайне-крайне много. И заработать там можно целых 3 очка. Вот такие дела, ребят. Надеюсь, вопросов у никого не возникнет, что у нас вообще тут происходит более. Вот так. Кстати, вот все разумно, все правильно сказал Валерий. На самом деле так оно и есть. Но единственное, что вот еще вот изюминка нашего вообще не сегодняшнего даже матча, а в целом как бы кубка.
Суперкубка, это то, что встречаются не просто лучшие команды, а лучшие команды западного и восточного дивизионов, то есть иностранные команды с командами стран СНГ. Да. Хорошо. Итак, посмотрим, как у нас ребята готовы немножко уже, так сказать, начинать. Да я думаю, ребята, не то что готовы. У нас уже первое схождение между Ники и Ван Бесведе. Страшный ник у парня просто. Из команды СНГ. Так, секундочку, думаю... сейчас, секундочку. Ты мне вот как раз скинул данные. Сейчас я зайду, посмотрим. Да, но я пока что поддержу градус напряжения. И у нас схождение лобовой не было. Ребята разменялись. Так... Ух ты, Ваненебе вышел практически на огневую, но атаковать не стал. И да, самолет у нас, любимый самолет всех статистов, Як-1Б, и Микки попытался прострелить представителя команды СНГ, но это у него не получилось, промахнулся он. Кстати, в этом матче определится следующий противник команды Sky Veterans. В следующем круге, скажем так. Матч этот пройдет 8 числа, то есть через 4, грубо говоря, дня. Микки выходит на 6! Выходит на 6, но не смог он проатаковать своего оппонента, уходит вниз. Нисходящую спираль сейчас нам показывает представитель команды СНГ. Господи, не могу я произнести, это какой-то шведский парень, поэтому трудно моему языку это говорить. И, вот, кстати, сейчас вот преимущество получает игрок СНГ. Дело в том, что все-таки с тягой, конечно, Микки работал хорошо, но в данном случае он вовремя, так сказать, ее не скинул. Игрок СНГ успел уйти наверх сейчас, вот он как раз... пытается переиграть игрокам Микки. И сейчас, смотри, попробует уйти влево и снова вверх. И если Микки окажется под ним, он не дотянется, он пытается дотянуться. И все, сейчас будет попытка атаки от игрока СНГ. Микки может проиграть эту дуэль, если сейчас все сделает правильно игрок СНГ. Да, все верно. Сейчас вот Микки переваливается, но он сейчас делает ошибку определенную. Может выгодную позицию сейчас занять игрок СНГ. Успеет ли Микки? Да, он сейчас уходит наверх, но я смотрю, закрылками в посадку он сейчас особо не использовал почему-то вот посадку. Да. Сейчас ситуация может поменяться. И как бы игрок СНГ почему-то боится сбрасывать тягу, он хочет играть на энергию, все время занимает, так сказать, верхнюю точку, то есть играет от вертикали, энергетик. Да, ну у каждого игрока есть свой стиль, конечно, он пытается его Нет, показать, я бы сказал, это основной стиль всех летчиков. То есть многие стараются играть именно на энергии, потому что это самый безопасный путь победить. Переиграть по энергии и просто сбивать противника, который подвешивается постепенно. Но вот здесь, я смотрю, оба игрока не работали агрессивно, то есть они не пытались все закончить на втором схождении. И смотри, сейчас пытается... И Микки, конечно, потянулся. Сейчас игроку СНГ, конечно, следовало вовремя уйти наверх, но он прям не торопится. Я не знаю, с чем это связано. Ну да, хорошо. Тем не менее, у Микки все равно проблемы, и, кажется, он эту дуэль проиграет. Да, как-то потерял он преимущество, которое было у него в начале, и сейчас вот уже все более плотно и плотно представитель команды СНГ садится на 6 Микки, и думаю, что, возможно, это приведет к плачевным последствиям для команды СБД. Вот как-то так. Ну, не будем, конечно же, загадывать, игроки, скажем так, первого эшелона сейчас у нас выступают, поэтому они могут использовать буквально любую ошибку своего оппонента. Вот как-то так, наверное. Ну, кстати, есть шанс. Вот сейчас делает ошибку игрок СНГ, он ушел вправо, да? И сейчас Майк... Давай, Микки, прострел. Не успевая сделать прострел. Не дотянулся. Рулями направления не помог себе немножко. Ну, понятно, все-таки, ребят, это... Очень серьезный, ответственный матч. Ребята нервничают и могут немножечко ошибаться. Микки, тем не менее, очень опытный летчик. Это капитан команды. И сейчас, ой-ой-ой, как опасно. Ушел, да-да-да. Конечно, рисковал, но все-таки ушел от атаки. Молодец. Сейчас ему нужно разгоняться, пользоваться скалой. Не успеет он скалой воспользоваться. Уходить вверх и перевалиться. Сейчас контратаку сразу делать. Горку делай. Нет. Ну почему же он затянул с этим сейчас маневром? Ну, слишком поздно, все-таки. Да, надо было раньше это делать, согласен полностью. То есть, смотрите, ребят, вот сейчас вот он опустил нос сверх отрицательным тангажем, то есть он мог сделать горку и попробовать проатаковать проходящего рядом противника. Это интересный маневр, в определенной сложности имеет, но он был бы эффективнее, чем исполнить полубочку. То есть в данном случае, ну, ничего не поделаешь, как бы у ребят очень ответственная дуэль. И вы знаете, у Микки, я прямо смотрю... Игрок СНГ пытался закончить бой, ему надоело ходить проходами с преимуществом в скорости, и он сбросил прилично скорость, то есть тягу сбросил и атаковал практически со сброшенной тягой. И смотрите результат. По энергии он незначительно проигрывает, тем не менее сейчас плотная 6, теперь уже шансов выжить практически нет у Микки.
Напомню, что у Як-1Б достаточно маленький боекомплект у пушки, и судя по затяжной такой дуэли... Ой-ой-ой. Там рули высоты, видимо, были выбиты, да. Мы этого просто не видим. Подбит, да, он был подбит. Кстати, вот по времени 4.48, все верно, скорее всего, рули высоты были выбиты. Да, потому что Микки прям воткнулся в воду прям неожиданно. Так, это был первый бой, кстати, вот если нововведение по поводу первого раунда. Теперь дуэли проходят, я так понял, поодиночке. То есть не сразу все дуэли на каждый из точек, а поочередно каждый из четырех дуэлей проходит. Поэтому мы можем насладиться и оценить работу игроков индивидуально в каждой паре. Столкнувшиеся. Я считаю, что это очень правильно, потому что все-таки смотрибельность и интерес для зрителей — это просто must have. Поэтому, когда происходят схватки одновременно, то есть 4 дуэли параллельно, конечно, что-то показать очень трудно. Плюс вот еще есть у нас новый зум на камере, который дает лишний обзор. Я считаю, что это прибавляет смотрибельность, и зрителям должно быть от этого интересней. Да, я смотрю, много болельщиков команды СБД, но это и понятно. Просто, я не знаю, как бы болельщиков много, но ребята, конечно, переживают за Микки и остальных ребят. Вот я смотрю, игроки полка СБД тоже подтянулись, Линдиус и прочее. Ребята, всем привет и удачи вам, тем не менее мы будем за вас болеть. Мы же все-таки русскоязычные стримеры, как-никак. Хоть, хотя конечно, это и официальный стрим. Ну, тут да, ребят, конечно, что греха таить. Какой бы стрим был, не был официально, все-таки, ну, вы сами все принимаете. Тем более, к нам пришло русскоязычное комьюнити, поэтому поддержка СБД сейчас на стрим просто 200-процентная. Я вот не побоюсь этого слова. Ну что ж, это всего лишь первая дуэль, это еще ничего абсолютно не значит, впереди еще целых 3 дуэли. Если ребята из СБД победят в 3 будущих схватках, то первое очко за ними, и они вырвутся вперед со счетом 1-0 по итогам раунда. Кстати, напомню, что некоторые изменения были внесены еще на карту. Видите, вот вы у Дмитрия на трансляции, что мини-карта занимает достаточно маленькое пространство, это получается некий маленький куб. Сделан это для чего? Куб воздуха, я подчеркну. Это сделано для того, чтобы игроки не улетали. Там иногда, знаете ли, бывает, я улечу, и вдруг меня не собьют. Вот чтобы этого не было, был введен, собственно говоря, вот этот вот кубик. Соответственно, чем ты дальше удаляешься и вылетаешь за карту, начинается захват точки А, которая находится в центре, и, соответственно, будет проигрыш без сбития. А у нас Ева Рейдер сражается против Нермо. Сразу вниз уходит представитель команды SNJ. Так, кстати, вот видно, что ребята не сбрасывают тягу. Я слышу прям по звуку двигателя. Старается играть от энергии. Кстати, ой, Ева тянет наверх он противника, тянет. Вот я потерял немножко почему-то. Подвесил. Смотри, получилось. Вот, наконец-то. Да, ну, видно, что парни энергетики. Возможно, игрок SNJ пытался после косой петли выйти со сброшенной тягой или с закрылками в каком-то определенном положении. То есть, даже более чем... это не обязательно даже бой, может быть, даже в посадке. И такое бывает, лишь бы быстро, так сказать, выйти на огневую. Но не получилось. Сейчас преимущество у игрока Ева Рейдер. Ему просто вот заходит, достаточно, смотри, без шансов. На огневую выходит, атака есть, и какое красивое сбитие. Это было предсказуемо, учитывая действия, которые проделались, так сказать, во время восходящей спирали. И легкая победа игрока команды СБД Ева Рейдер. Павел его, кстати, зовут, по-моему. Вот, да. Паша победил, молодцы. Молодец. Нермо, мне кажется, поторопился. Он решил закончить схватку как можно раньше. То есть он попытался потянуться за Евой, и вот Ева, конечно, не в этом дело, как бы, Валер, здесь не соглашусь. В этом есть возможность, понимаешь, здесь как бы палка о двух концах. Я тебе объясню. Понимаю. Когда идет второе схождение, задача ни в коем случае не промазать. Раз ты пошел со сброшенной тягой, раз ты хочешь закончить, ну, во втором схождении, ну или хотя бы сделать преимущество, тебе обязательно нужно попасть. Во втором схождении Павел вовремя ушел как бы вверх, сломал траекторию, и игрок команды SNJ промахнулся, он свой шанс упустил. И дальше уже изначально понятно было дело, что он немножко проигрывает скорости. И все, это результат, в принципе, того, что он, так сказать, рискнул, и его риск не оправдался, игрока SNJ. Да. Но у нас все-таки, ребята, воздушная дуэль и все-таки холодная голова, холодный расчет, да. Но при этом горячее сердце – это залог успеха. И не все правильно, Валера, все правильно. Наоборот, должна быть холодная голова, а не горячая. Поэтому
Все-таки Ева показал свое преимущество, скажем так, в хладнокровии над своим оппонентом. Очень красивую дуэль показал. Разобрал своего оппонента буквально на запасные части, на дамаг модели, еще и поджег просто. 1-1. 1-1 у нас в первом раунде. Об этом нам маякует Зербах, главный арбитр встречи. Ну что ж, и 30 секунд, ребята, у нас до третьей по счету уже дуэли в первом раунде. Это будет сражаться у нас ЧС из команды СБД, из полка СБД против Чипи из полка СНЖ. Напомню, что СБД представляют, ну, назовем так, русскоязычное комьюнити. Это СНГ Россия против Евросоюза, команды из Евросоюза СНЖ. Пока счет у нас 1-1 по дуэлям в первом раунде. Ну, я так понял, в первом бою встретились капитаны, и бой был сложный. Но сейчас, смотрите, уже начинается третий бой первого раунда. Итак, ЧЕС. Я, честно говоря, не могу сказать, как играет ЧЕС. Ну, будем в любом случае болеть за ребят из сборной СБД. Да, ну, в любом случае, я больше чем уверен, что ребята готовились, как в команде СБД, как и в команде СНГ, это точно, уровень игроков высокий уровень игроков личного имеется в виду скилла, и вот сейчас они в первом раунде могут показать и продемонстрировать его нам просто на все 100%. Вот, пожалуйста, ребята, смотрите, у Чеза на правом как раз крыле флаг, он, я так понял, фин, да? Финляндия, да, да. Это финский флаг, вот хотел тоже об этом сказать. А вот смотри, какой Чипи, в какой... Модератор форума. Вот, знаете, мне кажется, сейчас ЧЕС более чем промотивирован победить в этом схождении. Так, погоди. Я не успел расслышать, сбрасывал ли он тягу, я вот не успел понять, к сожалению. Но ничего, и сейчас я смотрю... преимущество у Чеза. Он раньше выйдет на огневую. И Чипи уходит наверх. Он правильное решение принимает. И сейчас вот ему надо переваливаться, контратаковать. Он это делает практически. Немножко не хватило. Он не сбросил вовремя тягу. Закрылки в посадку не выпустил. И сейчас преимущество снова у Чеза. Чезу надо сейчас вправо-вверх уходить. И он это делает. Молодец. Чипи сейчас прострел будет. Сбивает. Отличная стрельба от игрока из СНЖ, ребята. Шикарно. Один выстрел. Просто ваншот. Ваншот. Замечательный бой. Вот это действительно очень интересно. Вот как бы в плане как раз ножниц, вертикальные и горизонтальные ножницы. И смотрите, какой замечательный единственный выстрел, который сразу отпилил крыло. Браво, Чеппи. Тут просто надо признать, что человек отлично отработал. Да, кстати, Дмитрий, я хочу сказать, а еще говорят, что шваки не дамажат. Слушай, врут, что ли? Не поверишь. На эту тему как раз будет в скором времени видео, но я не буду об этом говорить на стриме. Но вот кто-то умеет со шваками обращаться, а кто-то нет. Разные ситуации, разные противники. Вот, это прям... Но очень красивая дуэль. Но я вам хочу сказать, что все топовые игроки пользуются трассирующей лентой. Ну, практически все. Хотя есть мнение, что в патче 1.45 трассирующая лента, она уже не такая надежная. Вроде бы и набивка там такая не сверхвыдающаяся, тем не менее, трассирующую ленту зачастую используют именно в шваках. Вот как-то так. Посмотрим, что покажут нам ребята в четвертом схождении. Смотрите, счет 2-1 в пользу СНЖ. Сейчас ребятам из СБД нужно постараться. Модератор форума, они, кажется, не такие уж и простые. У них есть, как сказать, козырь в рукаве. Да, у них еще порох в пороховницах и ягоды в других местах в очень большом количестве, слушай. У нас сейчас будет следующая схватка, и доктор Ватсон собственной персоной сразится. С кем же он сразится? Чипи еще не поставил готовность, точнее не убрал. Чипи, ну сейчас, да, уберет он. Доктор Ватсон ждет своего оппонента, и это будет лейтенант Капал, ЛТ Капал. Угу. Ну сейчас все начнется, одна секунда. Да. 30 секунд Зербах пишет после каждой схватки, это пауза для подготовки. Ну что ж, ждем, ребята. Если сейчас ребята из СБД не смогут взять реванш, то счет будет 1-0 во всем матче, скажем так. Это не есть плохо, то есть это не провал, потому что во втором матче есть возможность заработать 2 очка, а в третьем и вообще 3, соответственно. Вся борьба еще, ребята, впереди. Даже до третьего раунда, я думаю, точно дойдет у нас самая основная таки схватка. Запускается, кстати, уже четвертый наше столкновение двух пилотов. Значит, у нас не летал из команды СНЖ, это Нерма, по-моему, да? Я не ошибаюсь?
Нермо летал в первом раунде. А, это... Подожди, нет, в первом раунде как раз был... Нермо сбил Микки. А, да, Нермо, да, Микки. Нермо, да-да-да. Разве? Доктор Ватсон против лейтенанта Капала, вот, да, точно, так и есть. Угу. Итак, схождение, ребята. Доктор Ватсон сразу уходит вниз, набирает он энергию. Погоди. Так, смотрю, закрылки пока не использует, ну и правильно, он не гасит скорость перед схождением. А, вот, а ЛТ Капал. Смотри, он пытается выйти на лобовую, смотри, он маневрирует для того, чтобы не набрать скорость. Ну, вообще-то он хочет просто то, что я тебе говорил, все поставить на второе схождение. Понял. То есть он специально это гасит. А, стоп. Нет, он, по-моему, падает. Просто видимо, падает. Просто, да ну вас, игры. И просто разбился. Я думал, он так гасит скорость, но я говорю, чрезмерно я смотрю, скорость он погасил, я просто вижу показатели какие-то. Ну, примерные. Даже странно, я еще думаю, слишком уж погасил он скорость. Противник уже уйдет легко наверх, Ладно, хорошо. Хорошо. Звонил, понимаете, ребят, тут как не ответить, конечно же. Да. Доктор Ватсон, все вы знаете, кто он. Дождем сейчас. Будет перелет, и дождемся как бы готовности доктора Ватсона. Мы тут сидим, гадаем, что это за маневр, что-то новенькое. Никто такого не делал. Это какая-то... Даже зрители оценили, кстати, вот этот момент с неожиданным маневром. Это военная хитрость, пишет Дарт Линдиус, один из зрителей. Что ж, это удивило, я думаю, команду СНЖ. Они растерялись и теперь даже не знают, что делать, так сказать, в перелете. Посмотрим. Так, а что написано у нас в чате? А, Зерба, кстати, не написал, что переигровки не будет. То есть, в принципе, доктор Ватсон со своим пике крутым все-таки уложился вот в этот временной промежуток. А, то есть, засчитали победу команде СНЖ? Вообще не должны были, я так понимаю, потому что Зербах не написал именно этой фразы, что рестарта не будет. Ну, давайте дождемся, потому что это очень интересно. Дождемся. И судя по тому, что у нас некая пауза... Идет обсуждение. Так, вот идет обсуждение. Я хочу сказать, вот я ознакомился с правилами. Дело в том, что если уже начинается вылет, непосредственно уже отсчет закончился, пошел вылет, по-моему, уже никаких перелетов. Надо было, то есть, заранее определяться, если есть какие-то проблемы. Если пошел вылет, все, извиняйся, но вы проиграли. То есть, насколько я знаю. Сейчас как раз, вот и да, если ты прав, то я думаю, как раз сейчас этот вопрос я объяснялся ребятам из команды СБД, что извините, но вы все-таки проиграли. Ну, сейчас мы посмотрим. В чатике Зербах нам напишет буквально через несколько секунд исход вот этого момента, скажем так, игрового. И мы с вами все узнаем. Внимание на чат. Тут мы говорим. Поболеем за ребят, ребят. Сейчас. Самому интересно, как бы, что же напишет. 1-0 в пользу команды SNG. 3-1 внутри раунда. Ничего не поделаешь, раунд. Ничего не поделаешь. 2-2. Ждем второго 2-2 раунда. 2-2. То есть, точнее, 2... Подожди, как? Next 2-2. Все правильно. Следующий раунд 2-2. Неприятно, конечно, ребятам из СБД, и тем более у зрителей, которые в большинстве своем болеют именно за этих ребят. Ничего страшного, я думаю, все будет отлично. Сейчас ребята реабилитируются. Ну, я так полагаю, потому что в целом, если вспоминать даже, вот вспомнить недавний турнир 4-4, и финал которого, кстати, прошел на лане в Москве, в киберарене, там как раз-таки, можно точно сказать, ребята из СБД, вот пускай вот они чуть-чуть не дошли до как раз-таки финального раунда, точнее финального матча, но они отлично показывали именно 2-2, вот как раз-таки свои навыки. Да. Должен поддержать тебя сейчас, Дим. После матча, собственно, Оникса против Sky Veterans, пришел в комментаторскую мисс этот Angry Cat и сказал, что он очень хочет победы именно СБД. Почему? Потому что это логично. По прошлому турниру он сказал, что это было просто самая наипотнейшая схватка. Говорит, это просто forever. Таких сражений, говорит, за его вот как бы историю, скажем так, его команды не было ни разу. То есть СБД это реально сильный коллектив, один из сильнейших. Поэтому одно очко они потеряли, я думаю, для этих ребят это не проблема. Вот я даже, кстати, так. Вот если вот вспомнить, я даже могу напомнить, чем же, кстати, вот бой уже начался. Да.
запустим. Там ситуация была такая, что один пилот Sky Veterans остался против двух игроков СБД в последнем решающем раунде. У того закончилась БК, у второго игрока СБД заклинило пушки. То есть это довольно реалистично. И просто говорю, без комментариев. Да. А, вот, кстати. Так, и у нас схождение. Ева уходит вниз в последний момент. Ныряет он под... опять, ох уж это длинный ник, не могу я его никак произнести грамотно. Нет, они решили каждый вести дуэль самостоятельно. Да. Преимущество у Мики. Не успел прострелить, сейчас у Вики надо уходить вверх, он почему-то слишком вниз уходит, но это мое мнение, может быть, я не прав. Да, сейчас снова уходит вниз, сейчас, нет, не сбрасывал, по-моему, тягу, но закрылки в посадку он выпустил. Он хочет довернуть, очень хочет довернуть до Нерма и закрылки в посадку, и тяга работала. Сейчас, конечно, сбрасывать тягу нельзя, переваливаться и контратаковать. Вот, сейчас возможность будет, но первым уходит игрок СНЖ и не успевает немножко прострелить Мики. Очень опасная ситуация, ребята, СНЖ не лыком шит, я хочу сказать. Да-да-да. Опасно, очень опасно, конечно, и успеет, нет. По-моему, первым вышел как раз-таки игрок Нерма и немножко пробил. Но этого не написано, тем не менее, мне кажется, немножко он все-таки попал по Мики, капитану команды СБД. Сейчас переваливается. Еву пробивает ванна, пробивает. Задымился уже Павел, задымился. На плотной шести у него сидит ванна со шведским ником. И, блин, я боюсь, что... Ой, большие проблемы, загорелся сейчас Як-1 Евы, Павел падает. Увы, ах, пытаются увы, ребята помочь друг другу, но слишком поздно. Они смену делают противниками, если и честно. Смотри, Ева просто в горящем состоянии пробивает Нерму у того... маслобак пробит. Это, кстати, очень хорошо. И он тухнет, самое-то главное. Ева потух. Тем не менее, Нерма сейчас добьет Мики, мне кажется. Хотя, если сейчас сможет Мики сбить, снять 6 с своего напарника, с Ева Рейдера, неужели собьет, не собьет? Он пробит, конечно. Крыло мешает ему выйти на огневую. Очень мешает. Ева пытается развернуться. Хочет он выйти, опять же, на 6 к Нерму, который... ой, но ванна. Ванна просто догоняет Еву, не отпускает он своего оппонента. Нерма сидит на 6 у Мики просто... И ванна отворачивает. Они решают вдвоем сбить более целого, скажем так, Мики. Ева Рейдер пробитый. Еву, да. Да, они решают его оставить в покое и снять все-таки Мики, который более цел. Ну, главное, кстати, вот в данном случае ценится именно все-таки двигатель. И сейчас смотрите, все, теперь уже сбит Нерма, Мики, остается только... Да. А, кстати, Ева тоже разбился, видимо, у него были выбиты рули высоты, и поэтому его оставили в покое. Может быть, даже двигатель ему сломали окончательно. Вот это, ребята, СНЖ, мы тут расхваливаем, понимаете? Не ожидали мы такого. Происходят какие-то страшные вещи. Признаюсь, страшные вещи, я предполагал, как бы, результат следующим образом. 60% в пользу победы, так сказать, СБД, 40% на СНЖ. Потому что все-таки СНЖ – это команда, которая занимала призовое место в турнире «Гладиаторы» в памяти в формате 8 на 8. То есть они имели, так сказать, призовое место, они опытные. Но сегодня то, что они показывают, ребята, я хочу сказать, что... Иностранные команды, ну, в частности, СНЖ, они серьезно выросли в качестве, вот как вот пилотов, они реально вот показывают интересные результаты. А в прошлом они так не летали, я вам точно говорю, они так не летали. Вот, кстати, Киря, в чатике у нас есть некий Киря636, это, видимо, опытный зритель, опытный наблюдатель за схватками, за киберспортивными схватками War Thunder, он заявляет, что поодиночке ребята из СБД не очень сильны, но вместе они, говорит, смогут многое, всех порвут, если быть дословным. Угу. То есть, я так предполагаю, что, если человек это говорит, ну, наверное, он знает, то, что тимплей у СБД на высоком уровне. Возможно, ребята сейчас делают ставку именно на третий раунд. Ну, напомню, кстати... Что если они проиграют первый, второй раунд и выиграют третий, то у нас получается, как в хоккее, что? Правильно, забыл слово. Тайбрейк, вот так вот, вспомнил. Не с хоккея, но таймбрейк, да. Да, сейчас начнется следующий раунд. Все, кажется, запуск, отлично. Вторая дуэль у нас 2 на 2. Вторая схватка 2 на 2 во втором раунде. Ну что ж, ребята, давайте кулачки держать за СБД. Давайте.
Ребята, давайте в чатике просто поддержим СБД. Если кто-то будет сочинять крутые кричалки, то мы, конечно же, их в прямом эфире озвучим, потому что это круто. Ребята, нужна поддержка. Кричалки, это круто. Ребятам, да, вот. Я думаю, что те, кто в данный момент не участвуют в схватке, они наверняка уже смотрят стрим. Наверняка, потому что они хотят видеть, что происходит внутри сражения, потому что нет у них прямого визуального контакта с боевой частью турнира. Кстати, вот пишут ребята, а что произойдет, если все-таки получится, так сказать, ничья? Ну, тогда поедут ребята на танках, так сказать, выяснять отношения. И на самом деле... Все решится в третьем раунде, вот и все. То есть там будет формат 4 на 4, в котором все решится. За который дают в победе 3 очка. Я слежу сейчас за Доктор Ватсон, который, кстати, себя не проявил. И вот из-за определенных технических проблем не смог провести свою дуэль. Он сейчас выполняет петлю и выходит сразу на чипе. Практически он подставляется так неожиданно. Да, да, да. В чем... Почему такое решение принято? Он так перекрутился, и сейчас что... он подставляется, очень подставляется. Он фактически поставил тебя на 6. Сейчас не успеет, сейчас его второй игрок команды СНЖ может пробить. Он пытался выйти на лейтенанта Капала. Дело-то в том, вот что он делал. Он пытается сейчас Чеза спасти, которого Капал сидит на 6. Сейчас Капалу надо не жадничать, уходить наверх. Да, и подвешивать. И теперь, может быть, да, мне кажется, ребята СНЖ сейчас поймали прям волну. Они все делают правильно. Слишком низко ушел Чес, и видите, он вне боя был какое-то время, сбивают. Да что же такое, не идет у ребят, просто не идет у ребят из СБД игра. Ошибаются, еще раз ошибаются. Ребята, ну тут должен сказать защиту ребят из СБД, возможно, это нервы. Ребята, это первый турнирный день, это суперкубок, это не просто там где-то что-то. Все это верно. Из лучших собраны, поэтому давайте ребятам простим, скажем так, досадные вот эти огрехи. Все-таки это только лишь начало. Знаешь, мне даже интересно, то есть команды СБД, они вот очень хорошие результаты показывали на прошлом турнире. То есть, если вот говорить о чемпионах турнира, прошлого как раз турнира Восточного дивизиона, это СВ, то как раз таки в формате 2 на 2 ребята из СБД очень уверенно их победили, ну, команду СВ. И здесь я начинаю думать, это в чем дело? Может, ребята из СБД недостаточно подготовились, или это СНЖ такие сильные? Ну, судя по стрельбе, да, СНЖ сильнее. И это очень даже неожиданно. То есть СНЖ действительно очень опасная команда, на которую, ребята, в общем-то... судя по всему, готовились. Да, особо так и не ставили, то есть неожиданно. Третий раунд будет крайне важен. Ребятам из СБД обязательно нужно побеждать. Надеюсь, они сейчас соберутся. Это просто уму непостижимо. Ну, слушай, если, скажем так, наши тут экспертные оценки заявляют и говорят о том, что все-таки СНЖ, ну, никак не является предположительно победителем данной схватки, то представляешь, насколько сейчас это шок для команды СБД, для игроков, потому что они проигрывают уже второй раунд подряд просто вчистую, просто сливают эту катку, эту встречу. Ой, очень тяжело. Зербах пишет, что перерыва у нас не будет, поэтому сразу третий раунд. Сразу в атаку, сразу в бой. 30 секунд до начала третьего раунда. Схватка будет у нас происходить 4 на 4. Полный тимплей. Хорошо, там 30 секунд, и схватка начнется. Замечательно. Вот смотрите, даже не берут ребята, так сказать, перерывов, сразу рвутся в бой. И даже не знаю, может быть, стоило, конечно, пообщаться, подумать, потому что, по крайней мере, для ребят из СБД это крайне ответственный раунд. Но, может быть, у них уже заготовка, они не хотят просто вот сейчас настроиться, идти в бой и ни о чем не думать. Отбросить все эти левые мысли, которые могут даже помешать сосредоточиться. Не хотят отвлекаться и просто идут вперед. Сейчас вот для СБД очень важен психологический вот этот параметр, скажем так, команды. Сейчас они должны именно собраться. Не развалиться окончательно, а именно собраться и вот в едином порыве как бы показать просто все, на что они способны. Просто 146%. Да. Ну что ж, давайте ждать, давайте смотреть, ребята. Либо сейчас, либо никогда. Так, отлично. Мы снова сейчас посмотрим за игроков. Знаешь что, для разнообразия я обращу все-таки внимание на команду СНЖ. Может быть, я какую-то ауру приношу. Смотрю за СБД. И
Наверное, за чипе посмотрю, потому что он показал очень интересную стрельбу. Такой разукрашенный Як-1Б, довольно интересная раскраска. Это, знаете, он такой парень, как же есть такие ребята. Забыл это движение, как называется, ну, гринписовцы, короче. Не знаю, здесь за мир и любовь, в общем, за дружбу, и человек, смотрите, прям... Причем, кстати, раскраска у него сделана исключительно из флагов. То есть это вообще интернациональный какой-то человек, то есть он... Смотрите, сейчас все верно делает игрок Чипи, и сейчас будет ли он обращать внимание на доктора Ватсона. Да, все-таки доктор Ватсон уже проигрывает, он опять рано сломал траекторию. Почему же второй раз уже ведутся ребята из СБД вот на подобные? Даже не удивительно. То есть ребята вот уже видно, что все игроки СНЖ играют на энергию, они тягу не сбрасывают, они уходят наверх, подвешивают, играют от энергии. А тем временем ЧС просто очень хорошо Нермо проатаковал, к сожалению, не успел заметить, пробил ли он или не пробил самолет противника, но, блин, сливал. В неудобном положении сейчас Чипи наказывает ЧС, открывает. ЧС все-таки срезает. Закрылки, да. Срезает просто. Чипи, стрельба. Слушайте, это реально снайпер. Это просто реально снайпер. Но он нам уже показал один шикарный фраг. И смотрите, да. Он сильно продолжает. И сейчас, смотрите, у него возможность еще и рейда разбить. И шикарная возможность просто. Посмотрите, сбивает. Сбивает. Ну, подвешивает сбивает, вообще. Да? Микки сейчас преследует Нермо. И сейчас вот, вот посмотрим, что... Если сейчас Ватсон, если не реализует себя... Не успевает. И кажется, сейчас проблемы будут у Микки. Неужели собьет еще и Микки? Сбивает, практически сбивает Микки, поджигает. Неужели? Ребята, что же вы делаете? Доктор Ватсон выходит на огневую и снова пытается. И снова Чипи вовремя уходит наверх. Никак он не может выйти на Чипи и сбить его. Ну, разумеется, сейчас Чипи просто подвешивает Ватсона под своего напарника, который, кстати, где-то был неподалеку, но почему-то я его не вижу. А у них нет. Между 1-1! 1-1! Да, сейчас... Тягу не... Преимущество сейчас у доктора Ватсона, потому что Чипи не вовремя сбросил тягу. Сейчас он на посадку, конечно, вышел, но тягу вовремя не сбросил, поэтому его Ватсон перевисел. Ой, победа! Красавец. Победа, ребята из СБД! Победа. Ошибка сейчас Чипи была. Он не сбросил тягу, ушел ниже противника и поэтому был прострелен. Ой, одна ошибка Ватсон решила показал. Исход раунда, хотя все так вот складывалось, ребята, хорошо для СНЖ. Вот ребята правильно говорят, как перед экзаменами нужно говорить всякие, скажем так, вышел плохие слова, да? Вышел наверх, скорость 140, чуть-чуть выпрямил нос, закрылки в посадку, тягу сбрось, все, виси. А игрок СНЖ, вот как раз-таки оставшийся Чипи, он на тяге почему-то остался, и его самолет разгонялся, ему не нужно было разгоняться, а просто в свободном падении немножечко кренить самолет, при этом еще рулями направления помогать, и ждать, пока его противник упадет ниже. Но он почему-то остался на тяге, ушел ниже и подставился. То есть вот такая ошибка, вроде бы элементарная, да. Сделала, смотри, конечно, вот мы свое тобой дело. Хайли, все, хайли, ругали доктора Ватсона. А он взял и затащил третий раунд, и счет у нас 3-3 в схватке, ребята. У нас и будет таймбрейк, у нас будет таймбрейк, ребята, еще ничего не понятно. Кстати, я говорил, ребята, если сейчас буду смотреть за ребят из СНЖ, может быть, что-то поменяется, ну... Ах ты колдун! Ах ты колдун! Еще раз, что ли, попробовать посмотреть? Дождемся сейчас, будет ли перерыв. Мы с тобой одновременно там спросили, а перерыв-то будет вообще? А как же чай? Обед? Точнее, уже ужин поздний. Ой-ой. Накал страстей просто, ребята, зашкаливает, реально. Первая схватка буквально на турнире, уже таймбрейк. И уже вот, не знаю, единственное сейчас сражение решит исход схватки. Сейчас, я как понял, у нас обе команды, точнее, их капитаны, выбирают режим, в котором будет происходить следующая и финальная, соответственно, схватка. Ну, да. Но судя по тому, что Зербах нам не отвечает в чатике, он как раз этим сейчас и занят. Вот, ну, так вот. Давайте короткую паузу сделаем, буквально 30-40 секунд. Треда сейчас поинтересуется результатами. Ну и, соответственно, у вас есть время 40 секунд, чтобы сделать какие-то дела. Да. Думаю, да, я нормально будет. Хожу в гости к ребятам. Угу. Встречайте Rocket Time.
Представляем Rocket Accelerator. Аналоговый джойстик под большой палец, дающий непревзойденные возможности управления. Акулий плавник Rocket Fin Switch. Позволяет выполнять несколько маневров одновременно. Четыре верхние кнопки интуитивно расположены так, чтобы вы фокусировались на поиске противника, а не клавиш. Встречайте новый стандарт для игровых мышек, ломающий стереотипы. Да, да, ребята, информация просто из первых рук. Следующий раунд у нас будет в режиме 2 на 2 происходить, и перерыва не будет. Я слышал голос Микки, ребята, он настроен на победу. Сейчас что-то произойдет. Сейчас что-то будет. Микки просто, я не узнал голос этого человека, как бы я с ним общался. Нет, это убийца, это просто, это викинг с топором, с огромным двуручным топором, не знаю. Еще огненным, наверное. Вот, наверное, так. Ребята, готовы 2 на 2. Да, ребята просто болеют, и они пытаются хоть через чатик помочь своим вот ребятам. Это очень круто. Ребята, это просто великолепно, это замечательно. Вот такие болельщики нам нужны. Да-да-да. Да, ребята, понял, я тут вам рассказываю, как у нас все здорово, как у нас настроение отличное. Да, моего микрофона не было. Так вот, сейчас тут пишут вариант, то что как раз таки надо первым сносить чипи, и я думаю, это как вариант, можно попробовать, потому что других вариантов я не знаю там. Вообще, хочу сказать, что в 4 на 4 ребята из СБД, к сожалению, они допускали такую серьезную ошибку именно по краям своего, построения. Заметьте, они все время, пытались развернуться на противника, который уходил просто вверх. И дважды ломали траектории и оставляли его выше себя. Зачем вот как бы эти действия, я не понимаю. И получается, вот Чиппи просто спокойно занимал высоту на краю, карты, пусть будет так. И, соответственно, просто на проходах сносил все, что видит. Отдавать такое преимущество ни в коем случае нельзя. Да, конечно, упустили ребята из СБД вот Чиппи. Да, если уж Чиппи ты отправил, оставил его, чтобы он спокойно занял верх, так надо было игроку СБД сразу вот на развороте не тянуться за Чиппи, чего бы он, в принципе, не сделал, а сразу уходить ниже и в сторону своей команды. Ах, ты, Чиппи, решил уйти вверх, пока ты-то уйдешь наверх, пока развернешься, прилетишь, к месту столкновения. Вы видели, сколько он летел. Как раз-таки игрок команды СБД за это время мог бы попасть как раз в место столкновения первым и, может быть, даже сбить кого-то из СНЖ. Тем не менее, он остался даже в проигрышном состоянии, в том же месте, где находился Чиппи. В общем, здесь, конечно, надо. Если ты проигрываешь по высоте, забудь про этого игрока. Сразу меняй направление. Лети к другим ребятам, которых ты можешь сбить. Зачем ты пытаешься ловить того, кого ты, не достаешь? Ну, кстати, посмотрим. Ребята, у нас в чатике новость. Пятиминутный перерыв нас ожидает в честь того, что, к сожалению, с англоязычным стримом сейчас небольшие технические неполадки. И, кстати, по поводу нашего чатика. Вот не зря, помнишь, Дима, я озвучил комментарий от Кири636, который что сказал? Что да. СБД просто затащит по тимплею в 4 на 4, и он оказался прав. Слушайте, местная ванга у нас тут нарисовалась. Пора бы делать, наверное, какие-то эти... Ну, я хочу сказать, что все было на волоске. Если уж объективно, то все было на волоске. Ошибались и ребята из СБД, ошибались ребята из СНЖ, и
Сложно, конечно, было предсказать результат. Но затащили, да, каким-то прям, не знаю, цеплялись за каждый волосок. И вот молодец вот как раз-таки. А, по-моему, Паша оставался, Ева Рейдер, который, ну, в общем-то, законтролил ситуацию, не растерялся и все сделал правильно. Все как по учебникам. Сбросил тягу на посадочке, дождался своего шанса и сел на 6 и сбил, так сказать, Чипи. Да. Будем смотреть, будем болеть за ребят как раз. Да, 5 минут перерыв, как бы пока заработает английский стрим. Ну что ж, может быть тоже какую-нибудь, так сказать, сделаем паузу, перерыв. Ну, в принципе, я думаю, что у тебя есть что показать. Да, сейчас и покажем. Сейчас я вам покажу, ребята. Сейчас я вам покажу. We'll be right back.